Я делаю... Что я делаю? Я делаю стол. Это стол! А-а-а, как интересно! А-а-а, да, это стол! А-а-а. Шуруповер! Итак, это будет мой стол, на котором я буду монтировать и делать уроки, буду хавать, оставлять тарелки, мама будет меня ругать и... Прямо сейчас мне нужно собрать этот стол до конца, и все будет чики-пуки. Обои у меня есть, на которых я толкаюсь, я разминаюсь. Каждый день так делаю. Это пол, на котором я буду раскидывать свои шмотки. Мама меня тоже будет ругать и скажет: убирай мой пол, мой полы, чисти и пылесось, все такое, на котором я буду мусорить. А угол, в котором стоят мои клюшки, волны, они не здесь будут стоять. Кстати. Мой шкаф и мой полы. Это мой гардероб. Этот шкаф мы ставили вчера. А это ты че? Это что ты там увидел? Да, я... Да, футболка. Нет, там, по-моему, ружье было. Где? Где? Я чуть не видел, где. Где ружье? Не, он там. Там? Там? Да. А, это... Ты ничего не видел. Вот кто мог подумать, что я буду вешать, ну, вот такую вот вешалку что-либо. Она не выдержит моей футболки. А, о-о! О, вот она. Смотрите. Ну... Я вешу свою куртку, и она... Я... О, как она упала! Ты трогаешь стекло. Мама, которая почистила его час назад, и я не знаю, она сказала: не лепайте это стекло, а я... Мой шкаф. Шкаф. Шкаф, мои личные вещи, вот здесь это... Микро... В смысле, твои личные вещи? Это моя... мой микрофон. Ничего, что он мой. Вот здесь у меня лежат ремни. Оп-оп. Здесь у меня лежат шорты. Один раз я решил купить белые шорты. Наверное, это плохая идея, да. В моей комнате остается нового тюль. По-моему, это шторы. Это шторы. А это... Что ты тут веришь? Это что? Какие-то кулинарные изделия? Изделия, да. Это зефирки. Ага. Морские. Морские зефирки. А это что, тоже морские зефирки? Да. Это туалет Шрека. A home is made of love. Дом сделан из любви. Somebody once told me the world is waiting for me. Кстати, а у меня еще новый стул. Вообще-то он на протяжении 7 минут уже не собирает стол. Миллион секунд. И говорит то, что забирает стол. Не спрашивайте, я почему он у меня прямо сейчас стоит на башке, потому что я так решил, потому что мне удобно его так таскать. Кстати, он удобный. Возникла такая проблемка. Да. Это как-то, ну, как-то неаккуратненько, да? Шутка. С кем не бывает, с кем не бывает.